привет, меня зовут Джина, добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о жизни нашей семьи в Южной Корее. Сейчас мы всей семьей едем в город Инчон посмотреть на море, покушать морепродукты. Выбрали мы, конечно, погодку не очень хорошую для вылазки. Едем мы не одни, а вместе со свекрами и с тетей мужем. Погода нам реально не повезло, дождь, прохладно, но мы не стали отменять поездку из-за дождя. Мы договаривались о семейной вылазке еще неделю назад, и мама даже сегодня не открыла кафе ради этого. Мы приехали в парк Вольмидо, он находится в городе Инчон. Ехать нам не так уж далеко, 40-50 минут на машине, в зависимости от того, есть пробки или нет. Правда, сегодня много чего мы не сможем сделать, так как из-за дождя работают в основном только ресторанчики. Парк аттракционов не работает. Мы идем в ресторан. Есть морепродукты. Я вся промокла, хоть у меня и был зонт. Будем есть моллюсков, жарить их на гриле, прям за столом. И сырую рыбу, но сырую рыбу я не ем, во время беременности ее тоже нельзя, поэтому закажем еще блинчик, так как идет дождь, корейцы обычно в дождливую погоду едят джон, блинчики. Тео가 뭐 시킨다고? 저희 가리비구이 대 하나랑 가리비는 그 메뉴가 Это твой любимый супчик, сына? Это мой любимый? Да. Я перемогу. Я, ты здесь сядь,차라리. Заказали мы всего по чуть-чуть, и наш сегодняшний обед семейный нам обошелся 200 тысяч вон. Oh.
야, 이거 세요. 그래. 다시. 근데 주먹 쥐고 해야지. 하나, 둘, 셋. 우와. Сейчас мы будем кататься на наземном поезде, который идет по набережной. Есть несколько точек, между которыми он проходит. Мы сейчас сидим на станции, ждем поезд. А вот и приехал поезд. The ground this train covers 6.1 kilometers route with an average speed of 2 kilometers per hour. To ensure your safety, please take a step back from doors and enjoy your drive. Итого, по времени поездка заняла 40 минут. Расстояние мы проехали 6 километров. На обратном пути нам нужно было выйти из поезда и сесть на другой поезд. И цена на одного взрослого 8000 вон. Ну а сейчас мы приехали в кафе, точнее кофейню. Будем пить кофе, есть десерты и наслаждаться видом на море. Цены, конечно, оказались выше, чем в обычных сетевых кофейнях, но, во-первых, это не франшиза, и, во-вторых, можно насладиться красивым видом на море, который вам обязательно покажу. Посмотрите, я заказала сок с халабоном, и мне реально принесли халабон. На наклейке написано «Выпейте сок и после насладитесь сочным халабоном». Вот такой семейный выходной у нас получился. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Всем пока!